Недавно с мужем приняли крещение, в зрелом возрасте пост еще ни разу не соблюдали. Приближается Пасха, нужно соблюдать. У нас заболевание желудочно-кишечного тракта. Плюс переболели ковидом, нужен кальций. Значит, вопрос в этом. Значит, можно ли соблюдать щадящий пост или нужно строго придерживаться весь период поста, как требует церковь? Или же все-таки можно соблюдать пост каждую неделю в среду и пятницу? Имя спрашивающего, спрашивающей Лариса. Уважаемая Лариса, вам и мужу я могу сказать следующее. Чрево и пища, значит, это то, что одно для другого. Чрево для пищи, пища для чрева, Бог и то, и другое упразднит. Павел пишет. Поэтому мы гастрономически на пост обращаем внимание во вторую очередь. А в первую очередь мы обращаем внимание на бодрость ума и духа. И на горение сердца. То есть горе имеем сердца. То есть вверх сердца. Сурсум корда по-латински. Сердце вверх. Ум чист. Воля мобилизована. Дух горячий. Значит, вот духом пламенейте, Господу служите. Вот это пост. Поэтому люди, которые по возрасту, по состоянию здоровья, беременные, кормящие, тяжко работающие и так далее, значит, они все могут иметь целый ряд неизменных послаблений в пищевом поведении при сохранении требований главного порядка. Значит, вам нужно познакомиться вот с этой книгой, Библия. То есть, вообще-то, Библия – это не книга, а книги. Это множественное число от слова «книга» по-гречески. Нужно читать, рекомендую, книгу «Бытия», все четыре Евангелия, книгу пророка Исаии, Псалтирь. Вот чтение Библии – это будет хлеб небесный, которым будете жить, потому что сказано, что не хлебом только одним живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Это слово кодифицировано, человеческими буквами написано и дано нам в пищу. Вот этим питайтесь. Если будут какие-то деньги, не скажу лишние, их лишних у простых людей не бывает, но которые можно дать тому, кому хуже, подкрепите душу милостыней. Это будет твердый залог вашего спасения и благословений Господних на вашей главе. Как можно меньше празднословьте. Пост языка и пост глаз – это великая задача. Новостей поменьше. Самое главное нам скажут. А второстепенное мы знать не обязаны. То есть пост глаз, пост ушей, пост языка – это все ваше. Писание, милостыня – это все ваше. Так что в храм, пока ножки ходят, значит, в храм Божий ходите. Служба есть – стойте на службе. Просто стойте. Служба сама все сделает. Службы нет, молитесь сами. Пару свечечек поставили возле каждого огонька, прочитали «Отче наш, Богородицу, верую, со святыми упокой за покойников», значит, такое, и с миром изыдем. То есть вот молитва – это спасение, а остальное – это по мере здоровья, сил, как у вас будет получаться.